Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и целый мешок пустых баночек, которые мы накопили за август месяц. Итого получилось 31 баночка, 344 балла по текущему каталогу, если считать некоторые цены без скидок. 15054 рубля — это цена со скидкой, и 18817 рублей — это потребительская цена, то есть разница 3800 рублей практически. Очень хорошая экономия составила, учитывая, что у каждого консультанта компания Oriflame скидка от 20%. Экономия получается супер. Сейчас я вам покажу, что именно закончилось, и расскажу свои впечатления, буду ли я эти продукты еще раз заказывать или уже никогда. Вот, первое в руки попался шампунь для волос с лимоном и крапивой. Он больше подходит для жирных волос, мне он очень нравится, потому что когда и моешь волосы, ощущение чистоты, вот этой свежести благодаря лимону. Крапива укрепляет волосы и надолго сохраняется свежесть. Обычно этот шампунь я использую как первый раз перед тем, как помыть голову уже каким-то дорогим шампунем, например, Элио или что-то серия Hair X. А это первое очищение волос, просто класс. Следующий продукт — это гель для купания, серия Feel Good, и это лаванда. Лаванда успокаивает, поэтому рекомендуется использовать этот гель на ночь. Если вы утром помоетесь с таким гелем, то вы будете такая или такой на расслабоне, релакс полный, поэтому на ночь очень хорошо. Мне нравится этот гель. Во-первых, в состав входят натуральные эфирные масла. Купание с каждым гелем из этой серии — это просто, я не знаю, ну просто наслаждение какое-то, удовольствие, потому что очень приятные ароматы, они такие натуральные, не химикозные, как вот я иногда пробую, у кого-то в гостях бываю, кто еще не пользуется Oriflame, я все время перенюхиваю все флакончики и знаю, что такое химикозный запах или такой вот приятный натуральный. Вот, с лавандой очень мне нравится. Съела одну баночку кальция. Вы знаете, я брала кальций два раза, но никогда не пила его регулярно, то есть не жевала его регулярно, потому что нужно каждый день по одной или даже по две, ну хотя бы по одной. Так вот, я делала всегда перерывы, два дня принимаю, неделю могу забывать, и поэтому у меня не было никакого результата. А тут я поставила прям цель пить каждый день витамины, просто мы прям вот поставили напоминание, чтобы не забывать, и кальций в том числе. Вот какой у меня появился результат, я, честно говоря, в восторге. Никак не отразилось на ногтях, не вижу, мои ногти вообще ничего пока не взяло так, чтобы они перестали слоиться. Вот, ну может быть, потому что они у меня очень толстые и при контакте с водой просто расслаиваются. Но что сделал кальций — это чудо. У меня возникла какая-то проблема со ступнями, то есть вот в этом месте, где вот мы наступаем, и сама вот вся ступня, после того как я утром просыпаюсь, я не могу вот пойти так легко, как раньше, то есть вот как будто бы вот надо расходиться. Я, честно говоря, очень даже испугалась этому состоянию, думаю, боже, что это вообще происходит, то есть ноги как будто не мои. Обычно встаешь с постели и побежал бегом в ванную, на кухню, там на зарядку, а это я прям до ванны еле-еле вот прям иду, такая разминаю потихонечку. Вот кальций, даже не доела до конца баночку, у меня эта проблема ушла, и я больше ни с чем это связать не могу, потому что больше ничего не принимала, к врачам не ходила, а проблема ушла. Поэтому я сейчас ем вторую баночку, я теперь буду кальций почаще принимать, потому что он очень нужен, и видно, что мой организм получил нужное количество, и я стала чувствовать себя очень классно. Дальше, это сыворотка разглаживающая для непослушных кончиков волос, серия Hair X. Эту сыворотку я беру всегда и буду повторять ее, пока она есть у нас в продаже, надеюсь, она всегда будет, может быть, будет видоизменяться. Какой она дает эффект? У меня волосы очень сухие, и если их не смазать маслом и не нанести парочку капелек или три, ну две обычно достаточно, я их прямо так растираю на пальчиках и переношу на кончики волос. Я даже расчесываться толком не могу, потому что, ну, как бы чувствую, что волосы травмируются. Поэтому я всегда на мокрые волосы наношу эту сыворотку. Могу без масла даже, но сыворотка должна быть обязательно.
Так, следующая баночка. Ночной крем для лица серии Royal Velvet, королевский бархат, как мы ее все называем, с черным ирисом. Эта серия мне в принципе не очень нужна, как бы я очень люблю коллаген, но крема в этой серии мне очень нравится, очень нравится. Вот эта баночка ночного крема, ну тут конечно он пустой, у него оттенок самого крема сиреневый, такой нежно-нежно сиреневый, очень приятно пахнет. Даже сейчас остался вот этот аромат в баночке. Очень приятно пахнет, мне понравилось в этом креме все, я его и раньше брала, даже сейчас еще одну баночку взяла, используя коллаген, и опять начну эту, то есть я всегда чередую какие-то крема. Ощущения на коже превосходные, вот, ну вот все супер, вот наносишь, он впитывается, личико потом трогаешь, оно такое вот мягкое, такое бархатное, ну вот наслаждение одним словом, что еще тут сказать. Следующая баночка — это маска для волос, серия Hair X, и это восстанавливающая, по-моему, маска, да, восстанавливающая, большая банка, 250 миллилитров, там даже капелька осталась. Маска классная, классная, она восстанавливает волосы, она их напитывает, они становятся более такие плотные, красивые, то есть ну в этой маске все хорошо. Я всегда чередую, я беру или медовую или восстанавливающую, изредка элео маску, но она самая дорогая, поэтому не часто мы ее берем. Так, следующий флакончик — это флакончик от масла чайного дерева, это еще старая упаковка, представляете, сейчас изменили, у нас теперь лайм и чайное дерево, а было просто чайное дерево. Мне, кстати, старый вариант очень нравился, но новый пахнет более приятно. Мне как бы, я переживала, что его вообще снимут с производства, но так как он у нас остался, то все супер, мне нравится и тот, и другой вариант. Так, дальше, что полегче. Это только начали пользоваться, но уже упаковка улетела в пустые баночки. Это новая серия Beautanicals. На 95% натуральные ингредиенты в этой серии, и вот кусочек мыла я открыла. Что хочу сказать, оно отличается от всех других серий в Oriflame, оно не такое, оно классно мылится, но оно какое-то вот другое, даже не могу пока сформулировать свое впечатление, потому что всего пару раз им помыла руки и мыла, кстати, тело им один раз, ну, просто понравилось. И мне очень нравится аромат, аромат с кислинкой немножко, он такой вкусный, природный, какой-то зеленый, наверное, это жимолость в составе, которая входит в эту серию, наверное, это она так пахнет, мне очень нравится. Тоже пробуйте, потому что это крутая новинка у нас. Не поверите, закончился скраб для лица NovAge, я так экономила, вот у меня один был на работе в офисе, мы делали мастер-классы, а один новый был дома, вот я новый открыла, и тут закрылись офисы, началась пандемия, карантин, я потом забрала домой, вот оставалось немножечко, получается у меня еще тот уже открытый новый практически, и этот я вот сейчас закончила, и больше такой продукт заказать нельзя, потому что этот скраб, кто пробовал хоть раз, в него влюбляются все, и все мы очень переживали, что его сняли с производства, но на самом деле та замена, которую выпустила компания, это пилинг, он еще лучше, чем скраб, вот честное слово. Я потом, когда к нему приноровилась и прочувствовала, увидела состояние кожи, я поняла, ну ничего страшного, компания не сделала нам точно хуже, да, даже очень классный новый продукт. Так, это два в одном, как же правильно сказать, скраб для ног глубокого действия, скраб для ног, он и есть скраб для ног. Мне очень нравятся Oriflame скрабы, то что они такие не царапучие, мягкие, кремовые, они питают кожу и хорошо очищают ее. Мне нравятся ощущения, потому что можно даже рукой просто пройтись по всей ступне, можно на пилочку так нанести немножко крема и прям пилочкой полировать пяточки. Я и так делаю, то есть все зависит от того, сколько у меня времени, что я хочу, то есть ну все время какое-то разнообразие, скорее всего. И вот еще один скраб,
серия Шведиш Спа. Я не знаю, помните вы или нет, мне кажется, еще в прошлом году, как раз вот как где-то в начале года, и сняли с производства. Это была такая серия, как бы временная, непостоянная. Она была некоторый период, но я в нее влюбилась сразу. В этой серии еще было масло для тела, такой классный крем, банка. Не помню, сколько объем, но просто супер. И когда я узнала, что его снимают с производства, как раз какая-то была распродажа, я набрала вот таких скрабов штук, наверное, 7. И вот они у нас все постепенно кончились, что-то там выпросили у меня клиенты, пришлось продать. Вот, но скраб чудесный, и не могу сказать, что я прям плачу, что его больше нет, потому что у нас есть скраб мед и молоко, у нас есть скраб серии Шведиш Спа, тоже другой в банке, и он еще лучше. Конечно, он дороже на порядок, чем этот, но он еще лучше. Кстати, Шведиш Спа, раз уж попалась баночка, это не скраб, это масло для тела. А банка всего, по-моему, 150 миллилитров, нет, 200 миллилитров. Это бутер, да, боди бутер, как крем-масло, очень-очень густой крем, очень вкусно пахнет. Мне серия Спа подходит по аромату, я даже себе взяла диффузор, и мне он очень нравится. Итак, что с этим маслом особенное? Если его наносить на сухую кожу, то очень большой расход, и его вот прям не свезешь. А кожа у меня сухая, и поэтому я часто пользуюсь кремами. Но если вы выходите из душа или ванну принимали и не вытираетесь насухо, а чуть-чуть прям, вот знаете, вот прям промокнули, и все, то есть чтобы кожа осталась влажной, и берете этот крем, и тогда он прям вот легко распределяется, у него небольшой расход, и все те же самые невероятно приятные ощущения. Потому что когда слишком много крема, жирновато, даже вот сухая кожа, она все равно столько не берет, и как бы, ну, как бы вот чувствуешь, что что-то как бы лишнее, но уже не будешь же это стирать. Поэтому на влажную кожу просто супер. У меня подруга недавно такой же крем купила, и я ее спрашиваю, как тебе? Она говорит, наконец-то я нашла. У нее просто кожа аж прям вот сухая-сухая, шелушится на ногах, на руках, еще после лета загар такой был активный, и она сказала, как закончится, сразу еще такую же закажу баночку. Ну окей, огромная бутылка тут торчит, это пена для ванной, это пена 750 миллилитров, гигант, поэтому очень долго пользовались. Мы пеной пользуемся и как гелем для душа, и как пеной. Я его добавляю, например, когда распариваю ножки, собачку можно купать, лапки мыть. То есть это такой продукт, который пользуется у нас, ну, как бы постоянно у нас в ходу. Так, следом достаю две коробки. Это Wellness, две пачки, одни женские, одни мужские витамины. Выпил Миша, выпили мы с Лерой. Классные витамины, очень рекомендую. Но прежде чем их заказывать, почитайте про них, убедитесь, насколько они классные, насколько они хорошие, ценные, питательные. И тогда уже заказывайте. Мы вот уже постоянно пользуемся много лет этими витаминами. Результаты очень нравятся. Так, дальше. Краска для волос. В последнее время очень часто задают вопрос, какой у тебя цвет. Oriflame 9.0. Код краски 25422. Имейте в виду, краска очень крутая. У нее в состав входит омега-3, масло льна. То есть она такая ухаживающая. Еще часто задают вопрос, есть ли запах неприятный, когда красишься. Есть, он очень неприятный. Поэтому, ну, как бы это единственный недостаток у краски. Но все равно я только ей буду пользоваться. Далее это кондиционер, по-моему, да, кондиционер для волос, мед и молоко. Обновленная такая серия, скругленный флакончик стал. Намного мне больше нравится эта форма, такой приятный дизайн, и кондиционер классный. То есть мы его тоже постоянно берем, ну, всегда чередуем или какие-то кондиционеры серии Hair X, или медовый. Дальше, крем дневной Экологен. Мой любимый крем. Он немножко сложный в том плане, что может свернуться на лице, и часто на него жалуются, что крем сворачивается. Но вот смотрите, во-первых, его нужно очень мало, во-вторых, кожа должна быть очень хорошо очищена. То есть если вы неделю не делаете ни маски, ни скрабы, значит, у вас уже тут мертвые клетки, их надо убирать.
Поэтому надо сделать, почистить или масочку, или тканевую маску, скрабик, пилинг, все что угодно, чтобы лицо было чисто. И потом крем надо вбивать маленькое количество, пальчиковой дождь так делаете и вбиваете этот крем. А тут у меня просто раритет. Такого вы, наверное, не видели уже давным-давно. Серия Novage. Это очищение и тоник. Я брала как-то вот, когда уже снимали эту с производства, у нас вышел гель-тоник. Но я так люблю тоник. И там было, по-моему, два по цене одного. То есть такая акция. И я взяла два наборчика. У меня, кстати, еще один тоник остался. Буду им сейчас пользоваться. Я люблю тоники. Мне нравится после очищения еще тоником протереть лицо. Так, здесь у нас, ну это вот мыло одно тоже использовали, серия Discovery, потрясающее мыло, 90-граммовое. Две маски для волос с манго, это я использовала, мне одной упаковки хватает на два раза. А манго больше подходит для окрашенных волос. Супер впечатление, мне настолько вот понравились, какие у меня стали волосы после этой маски. Мне эффект напомнил как маска, которую вкладывают в краску для волос. После нее просто такие волосы, ну просто как будто их заменили, и они не мои. И аромат чудесный, просто волшебный аромат. Так, это маска с глиной. Маска с глиной использовали, и сейчас новую откроем, потому что она очень классная, крутая, она не сохнет на коже. Кто там пищит, собакин? Она не сохнет так, чтобы вот прям сковывала, прям приятное ощущение. Маска детокс, здесь две. Сначала надо разгорячить кожу, помассировать, по-моему, там 2-3 минутки подержать, смыть и нанести вторую на 10 минут. По-моему, на 10, да, на 5-10 минут и тоже смыть. То есть первая разогревает, раскрывает поры, а вторая вытаскивает все из пор. Кожа классная. Вот я просто переживала, что будет аллергия или покраснение. Я видела у других блогеров, кто пробовал эту маску, кого-то я видела, что лицо прям красное стало такое. Я просто боялась ее попробовать, но результат превзошел все ожидания. Один тюбик зубной пасты, травяной комплекс, кстати, это моя любимая паста, она все время быстрее всех заканчивается. И немножечко декоративной косметики, и все, мешок пустой. Сейчас посмотрим. Так, эта дочка отдала, ее тушь термостойкая, она очень любит эту тушь, потому что она смывается просто теплой водой. У нее удобная пушистая кисть, такие ресницы у нее получаются огромные, объемные. Вот все время просит эту тушь. Далее, закончился гель для бровей, ну, такой грязный, тоже дочка отдала. И что-то еще, это моя тушь для бровей. Тушь для бровей, средний оттенок. Я сегодня достала, вернее, даже дня два назад достала уже новую, а это у меня просто все кончилось, уже просто в ней ничего нет. Обалденная вещь, просто классная. Для того, чтобы брови уложить, прокрасить те, которые светлее, под пушек у бровей. То есть такие, получается, брови более объемные. И закончилась еще помада с SPF 8, такой маленький стерженечек. И мне нравится эта помада, то что она с оттенком, потому что я взяла не прозрачную, а 31-444. Она прям как помада на губах, при этом губы увлажняются, становятся такие мягенькие, нежные. Вот у меня уже новый лежит, я его тоже сразу достану и буду пользоваться. У меня сейчас открыто 3 смягчающих средства, 2 бальзама детских, русалочка, Мини Маус, 1 биби бальзам, я в распродаже купила из старой коллекции, и что-то еще, и вот этот будет. У меня везде лежат эти бальзамы, я все время разными пользуюсь. И закончился Giordani Gold, такой ванильный бальзамчик, просто бесподобно. У него классная губочка такая для того, чтобы тоже как бы увлажнять губы и придавать им цвет. Очень красивый получается такой персиково-розовый оттенок, а ванильный аромат, я его сама все время чувствую. То есть он настолько приятный. Не знаю, просто такой сказочный, хочется губы облизать. Вот столько у нас пустых баночек, просто целый магазин. Всегда мало заканчивается декоративной косметики, ее хватает надолго, особенно тени, румяна, пудра, там особенно теней хватает на
не знаю даже на сколько. А это все быстро заканчивается, потому что семья большая, 3 человека, все моются, все хотят хорошо выглядеть. Так что мне интересно, считаете ли вы свои пустые баночки, напишите свои результаты. Напишите, какие у вас любимые продукты, вот, которым вы никогда не изменяете. То есть вы их все время заказываете, несмотря ни на что. Даже если новые коллекции выходят, вы все время берете те, которые полюбили. Я вам желаю всем красоты, счастья и всех благ. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!